Человек, собаки, друг. Напомнить об этом и заявить о своей любви к домашним животным решили активисты молодежного движения «Новый рубеж». При помощи российских триколоров и флагов символика движения ребята попытались выложить сердце и изображение собачьей головы в профиль. Молодежный флешмоб – это первое мероприятие в рамках проекта «Держи лапу». В ближайшее время школьники планируют отправиться в приюты для бездомных животных, чтобы оказать посильную помощь питомцам, оставшимся без хозяев. Мы начнем воспитывать в молодых людях гуманное отношение к животным. То есть даже этот флешмоб, у него именно такая цель – обращение внимания молодежи на гуманное отношение к животным и, конечно же, ответственность за домашних животных.